Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadine Nirvishesha Shunyavadi Prashadya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavad Gita, chapter 5, text number 2. Мы читаем Бхагавад Гиту, глава 5, текст 2. Шри Бхагавану Вача. Шри Бхагавану Вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишрея шакара бубо. Нишрея Таясту карма саньясат. Таясту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Карма йога вишишьяте. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишреяс карава бубо. Нишреяс Тайосту карма саньясат. Тайосту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Карма йога вишишьяте. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишреяс карабхубо. Нишреяс карабхубо. Карма саньясат. Таясту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Карма йога вишишьяте. Повторите, пожалуйста. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишреяса карабхубо. Нишреяса карабхубо. Карма саньясат. Таясту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Карма йога вишишьяте. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишреяса карабхубо. Нишреяса карабхубо. Таясту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Саньяса карма йогасча. Саньяса карма йогасча. Нишреяса карабхубо. Нишреяса карабхубо. Таясту карма саньясат. Таясту карма саньясат. Карма йога вишишьяте. Карма йога вишишьяте. Пословный перевод. Шри Бхагавану вача. Шри Бхагавану вача. Верховный Господь сказал. Верховный Господь сказал. Саньяса. Саньяса. Отказ от деятельности. Отказ от деятельности. Карма йога. Карма йога. Деятельность в преданном служении. Деятельность в преданном служении. Ча. Ча. И. И. Нишрея сакарау. Нишрея сакарау. Ведущие к освобождению. Ведущие к освобождению. Убхау. Убхау. Оба. Оба. Дайо. Дайо. Из тех двух. Из тех двух. Ту. Ту. Же. Же. Карма саньясат. Карма саньясат. Отказа от кармической деятельности. Отказа от кармической деятельности. Карма йога. Карма йога. Деятельность в преданном служении. Деятельность в преданном служении. Вишишьяте. Вишишьяте. Считается лучше. Считается лучше. Перевод. Верховный Господь сказал.
и отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же, действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий очень большой. Кармическая деятельность, то есть погоня за чувственными наслаждениями, является причиной материального рабства живого существа. Пока живое существо будет трудиться ради того, чтобы окружить свое тело материальными благами, ему придется переселяться из одного тела в другое, обрекая себя на вечное рабство в материальном мире. В Шримад-Бхагаватам, 5 песнь, 5 глава, об этом сказано следующее. Но нам прамата курутели карма, ядиндрия притая приноти, насадумани ядатманоя, асана пиклешада асадена, парабхаваста адамудаджато, яванна джигья сада атмататвам, яваткрия стади дамманувай, карматма камьина шарира банда, эвахмана кармавашам праюкте, авидьяятман юпадхияване, притирная ванмайва судеве, намучете дехайогена тават. Одержимые желанием чувственных удовольствий, люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий, результат их прошлой кармической деятельности. Хотя тело недолговечно, оно доставляет живому существу множество разных неудобств и неприятностей. Поэтому погоня за чувственными наслаждениями не принесет никому блага. Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую. Тот, кто не осознал свое истинное «я», вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения потребностей своих чувств. И сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий, заставляет его менять одно материальное тело на другое. Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества, должен развить в себе любовь к Господу Васудеве. Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства. Итак, гьяна или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще недостаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании. Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце обусловленной души от материальной скверны. Нужно еще сознание Кришны. Пока наше сердце нечисто, мы будем вынуждены заниматься кармической деятельностью. Но деятельность в сознании Кришны избавляет человека от кармы, а значит и от необходимости действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. Если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполное. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Сингха. Прапанчикатая будхья хари самбан гивастуна мумукшубхи паритяго вайрагям пхалву катхете. Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. Отречение от мира можно назвать полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу, и что никто не имеет права считать себя собственником, чего бы то ни было. Необходимо осознать, что на самом деле нам ничего не принадлежит. Так от чего же нам отрекаться? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира. И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне. Такого рода деятельность, то есть деятельность в сознании Кришны, совершенна. И любые потуги саньяси майвади отречься от материальной деятельности не идут с ней ни в какое сравнение. Чакшурмилитанена тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мано Виштам Стапитам Йена Бутаре Сваям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Йетапада Камалам Шри Гурун Вайшнавамща
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Cham Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhalitam Shya Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyashya Kripa Sindhu Vae Vasha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So yesterday we heard Lord Krishna, we heard Arjuna's question. He wanted to know which was better, to work or not to work. Вчера мы слушали о том, как Арджуна задал вопрос Господу Кришне о том, что же лучше, действовать или не действовать. So here today Lord Krishna is answering the question. И сегодня мы читаем о том, как Кришна отвечает на этот вопрос. He's saying work is always better than renunciation. Он говорит, а работа всегда лучше отречения. So we should understand Prabhupada in the purport explains to us that it is not enough simply to know that I am not the body. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что мы должны понять, что одного понимания, что я не это тело, недостаточно. Everybody here can say, I am not the body. I am the soul. I am a pure soul. I am not the body. Многие могут сказать, я не это тело, да, я уже об этом знаю, я духовная душа. But it is not so easy to act according to that statement. Но действовать в соответствии с этим утверждением не так-то просто. Even though we can say I am a soul, I am not the body, but still we have difficulty to control the mind, to control the senses. Даже когда мы говорим, да, я не являюсь телом, я являюсь духовной душой, остается трудность в контроле ума и чувств. We don't always act on the platform that we are pure souls. Не удается долго оставаться на уровне чистой души. Although we know we are the soul, it is difficult to act as a soul. Хотя мы души, но действовать как души мы пока не можем постоянно. How does a soul act? What should somebody who understands their soul, what should they do? How should they behave? Или может кто-то задаться вопросом, хорошо, если я душа, то как я должен действовать как душа? So Lord Krishna is telling Arjuna that it is better to work with devotion than to try to give up work. И здесь Господь Кришна объясняет Арджуне, что гораздо лучше действовать, чем просто отрекаться от этого мира. One whose knowledge is not perfect will think that all work is wrong. Тот, чье знание еще не совершенно, он будет думать, что любая работа это не нужна. People who work, they're only working for their sense gratification. Люди же, которые работают, работают только для своего чувственного наслаждения. They will get money, and with their money they will use it to enjoy the senses. Они работают, чтобы заработать деньги, и потом, получив эти деньги, тратят их на наслаждение чувств. So, some people will decide that we should not do any work. This is just material. А кто-то может сказать, поэтому те, кто развивают знания, могут сказать, я не буду работать, это все материально. They want to renounce the world. Они хотят отречься от мира. We give the example, just like someone may work in a bank. So in a bank they have a lot of money. Можно привести такой пример. Предположим, кто-то работает в банке, и в банке огромное количество денег. So someone may say, he's working in the bank, and he says,
I renounce all this money. И тот, кто работает в банке, однажды берет и говорит: я отрекаюсь от всех этих денег в банке. But it's not his money. Но это не его деньги. He's only working in the bank. Он просто работает в этом банке. So how can he renounce the wealth? Как он может от этого богатства отречься? In the same way, we cannot renounce this world. Точно так же, как мы можем отречься от этого мира. You may say, I renounce all this material world. This is all illusion, all Maya. Мы можем сказать, я отрекаюсь от этого мира, потому что он Maya, он иллюзия. But it's not ours to renounce. Но это не наше, чтобы от этого отрекаться. So there are two different kinds of renunciation. Поэтому есть два вида отречения. In Sanskrit, one is called Yukta Vairagya, and false renunciation is called Falgu Vairagya. И на санскрите истинное отречение называется Yukta Vairagya, а ложное отречение Falgu Vairagya. So false renunciation is to turn away from everything. This is all Maya. I don't want anything to do with it. Ложное отречение, когда человек просто отказывается от чего бы то ни было в этом мире, говоря, что это все иллюзия, я не буду этим пользоваться. There was one man from India, so there was a famous picture of him. A famous picture of him, and money was on the table, and he would go like this. He said, I don't want to touch it. А есть известная картинка в Индии, один человек сидит перед столом, на котором лежат деньги, и он руками показывает, что я к этому не буду касаться. So some people thought, oh, he's very renounced. И обычные люди могут подумать, о, какой он отреченный. He won't even touch money. Он даже не хочет касаться денег. But other people knew that he had a lot of money. Но другие люди знают, что у него куча денег. Under the table. On the table he was growing no, but below the table he had a lot of money. Потому что под столом у него куча денег, хотя на столе то, что лежит, от этого он делает вид, что отрекается. So that kind, Prabhupada said, he said they should take a picture of me counting the money. Prabhupada говорит, что дайте this picture. Yeah, if they want, he said they can take a picture of me counting the money. Yeah. И Прабхупада говорит, дайте эту картину мне, я буду считать деньги. А, то есть если я буду в этой ситуации, я бы считал эти деньги. Said, I will use it all for Krishna. Я бы использовал их всегда для Кришны. So this is correct renunciation. Вот это правильное отречение. Correct renunciation is to accept everything as Krishna's property and to use it for Krishna. Правильное отречение – это значит понимать, что все является собственностью Кришны и использовать эту собственность для служения Ему. So it is difficult for us to understand how to work with detachment. Так что не так-то просто понять порой, как действовать с отречением. Arjuna's question was, should I work or should I not work? Поэтому вопрос у Арджуны возникает постоянно: я должен действовать или не должен? Krishna wants him to work, but he doesn't want him to work the way ordinary materialistic people work. Кришна хочет, чтобы он действовал, но в то же время он не хочет, чтобы Арджуна действовал как обычный материалист. Ordinary people in the bodily consciousness of life, they simply work for the body. Обычные люди, которые находятся на уровне телесных представлений о жизни, трудятся ради тела. Krishna wants Arjuna to work on the spiritual platform. А Кришна же хочет от Арджуны, чтобы он действовал на духовном уровне. Working on the spiritual platform requires detachment from the result. А действие на духовном уровне, деятельность на духовном уровне подразумевает отречение от результата. And as we say, it is not enough just to be detached, but we have to be detached in relation to Krishna. Также как мы можем сказать, то же самое мы можем сказать, что и отречения одного недостаточно. Должно быть отречение в связи с Кришной. It is not proper to just go away from the world into seclusion, to go and live in a cave or in a mountain or in a forest. Мы не одобряем, когда человек собирается просто уйти из этого мира и поселиться в каком-то уединенном месте, в лесу или в пещере.
Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada criticizes people who go away from the world. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада критиковал тех людей, кто преждевременно отрекался от мира. He said better to stay in the world and work for Krishna. И он говорил: лучше оставайтесь в этом мире и работайте ради Кришны. The problem is that when we try to go away from the world, the senses, there is no proper engagement for the senses. Потому что вся проблема вот такого отречения от мира в том, что уходя, человек потом не может найти какой-то деятельности для чувств. The senses are used to being active. We use the senses to do so many different things. Чувства должны быть активно заняты, потому что в обычной жизни мы используем чувства в стольких ситуациях. And then to try to stop the senses, not to use the senses. Then we can do it for some time, but after some time again the senses want to be active. И когда человек пытается на полном ходу остановить деятельность чувств, на какое-то время это возможно, но через некоторое время чувства начинают требовать своего. Just like the mind, we try to make the mind blank. We don't want to think of anything. А как иногда люди пытаются сделать ум чистым, как чистый лист бумаги, и не думать ни о чем. So for some time the mind will be empty, but then again thoughts will come. И какое-то время ум остается пустым, но через некоторое время какие-то мысли вновь начинают всплывать. If we have a glass here and it is not full, if it's only half full. А вот видите, здесь стакан стоит. И вот если он не полон, а наполовину заполнен. Then some different things from the air will fall into the glass, the dust, the water will become contaminated. И поскольку он не полон, то какие-то вещи с атмосферы могут туда легко проникать. Пыль какая-то нападать, еще что-нибудь. Other things will enter into the glass. If it's not full, other things are going to fall. И таким образом вода будет грязная. Все что угодно может попасть в этот стакан, потому что он не полон. So in the same way with the mind and the senses, if they are not properly engaged, then Maya or the material energy will use our mind and senses. И точно так же ум и чувства, если они полностью не заняты, то Майя, материальная энергия, предложит им материальную деятельность. We have to learn to keep our mind and senses always full by engaging them in Krishna's service. Мы должны научиться наполнять доверху свой ум, занимая его деятельностью в сознании Кришны. Keeping ourselves always busy in the service of Krishna, doing something for Krishna. Стараясь полностью занимать себя какой-то деятельностью в сознании Кришны, то есть делать что-то ради Кришны. Just like many devotees are working now, they have some job. Как, например, сейчас многие преданные работают, у них есть какая-то работа. So they have to see their work also in relation to Krishna. И они должны рассматривать свою работу в связи с Кришной. Somebody is building the temple. Кто-то строит храм. Somebody else is cooking in the restaurant. Кто-то готовит в кафе. Somebody is serving the deity. Кто-то служит божествам. Somebody is distributing books. Кто-то книги распространяет. Like people are keep the devotees keep themselves busy in the service of Krishna. То есть преданные постоянно заняты служением Кришне. This is renunciation. Вот это истинное отречение. The devotee is working for the satisfaction of Krishna. Преданные трудятся для удовлетворения Кришны. It is not necessary to give up all work. Нет никакой необходимости просто отказываться от деятельности. But we want to give up the results of the work for the service, for the satisfaction of Krishna. Мы лишь должны отказываться от результатов этой работы для того, чтобы преподнести их дар Кришне. So one may have some knowledge that he is not the body. He can understand philosophically, I am a soul. То есть одного знания недостаточно, когда мы просто философски понимаем, я есть душа. And then we hear also, we should work for Krishna, we should be detached. Мы также должны слушать о Кришне и быть отреченными. So in this way we're practicing yoga, where our activity, there's, first of all, there is karma yoga, working with detachment from the result.
И вначале мы должны быть заняты деятельностью в духе карма-йоги, то есть отречение от результата. Then gradually we get more knowledge, we're understanding, I am a soul, I'm working for Krishna. Но по мере развития духовного знания придет истинное понимание того, что я душа и действую для Кришны. Then we start to think of Krishna more. Тогда мы станем естественным образом больше думать о Кришне. The mind is absorbed in thinking, I'm doing this work for Krishna. И ум будет постоянно думать и видеть деятельность ради Кришны. I'm cooking for Krishna, I'm working this job for Krishna. Я готовлю для Кришны, я выполняю эту работу для Кришны. And then we come to the stage of devotion. И так мы поднимемся на уровень преданности. Devotion meaning we are simply engaging in the activities for the pleasure of Krishna. Преданность означает, мы просто заняты тем, что доставляем удовольствие Кришне. That we will do whatever pleases Krishna. Поэтому мы будем делать все, что приносит удовольствие Кришне. Бхакти-йога, the supreme occupation. Бхакти-йога – высшая обязанность. What is Bhakti-yoga? There are 9 different items, different limbs of Bhakti-yoga. Что такое Бхакти-йога? Есть 9 принципов преданного служения в Бхакти-йоге. Of course, beginning with hearing, chanting. Она начинается, конечно же, со слушания и повторения. So to do Bhakti-yoga, we have to hear about Krishna. Итак, занимаясь бхакти-йогой, мы должны слушать о Кришне. We have to chant Krishna's name and we have to also repeat the knowledge which we have understood of about Krishna. А мы должны повторять имена Кришны, и также мы должны повторять и пытаться понять то знание, которое мы узнали о Кришне. And in this way we start to remember Krishna. Так постепенно мы начинаем памятовать о Кришне. So devotion of service is based on these activities like hearing, chanting, remembering. Итак, преданное служение основано на вот этих различных видах деятельности, таких как слушание, повторение, памятование. All of the other activities which we do, they're meant to help us to remember Krishna more. И любая другая деятельность, которой мы занимаемся, должна помогать нам помнить, больше помнить о Кришне. We want to be able to remember Krishna in every situation. Мы должны хотеть помнить о Кришне в любой ситуации. So devotee does not in the practice of devotional service, a devotee will do everything for the pleasure of Krishna. И занимаясь преданным служением, преданный должен быть готов делать все, что приносит удовольствие Кришне. He will not make distinction what is to do, what's not to do, whatever is required for Krishna's service. Преданный не должен проводить разграничения. Вот это я буду делать, вот это не буду. Он должен принять и делать все то, что приносит удовольствие Кришне. On the lower stage, we will think, I'm giving something for Krishna. I'm offering this for Krishna. На более низком, начальном уровне нашего духовного развития мы говорим, так, вот это я буду делать для Кришны. The results of my work I'm giving for Krishna. И результаты своей деятельности я отдам Кришне. То есть я буду делать то, что мне нравится, а результаты отдам Ему. But on the higher stage of bhakti yoga, one understands he's not giving, he cannot give anything to Krishna. It's all Krishna's. He has nothing to give to Krishna. It all belongs to Krishna. Но на более высоком уровне преданный начинает понимать, что все здесь и так принадлежит Кришне. Что я могу ему отдать? Devotee doesn't think I'm giving this, I'm donating this money for Krishna. A devotee understands this money belongs to Krishna. На начальном уровне человек может думать, так, вот эти деньги я пожертвовал Кришне. Но на более высоком уровне человек понимает, эти деньги и так принадлежат Кришне. It's all for his pleasure, for his service. Это просто, они предназначены уже для его наслаждения, для служения ему. Of course, this will be described again at the end of the 5th chapter. When Prabhupada gives us the peace formula. Более подробно об этом будет сказано в конце 5 главы, когда Шрила Прабхупада будет комментировать стих, называемый формулой мира. Remembering peace formula. Bhaktaram yagna tapasham sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatva mam shantim richati. That
In order to get peace in this world, we have to understand three things. Помните, в Бхагавад-гите есть стих в конце пятой главы, который называется «Формула мира». И вот что говорится по этому поводу. Для того, чтобы достичь мира, нужно выполнять три условия. First of all, that everything belongs to Krishna. Нужно понимать, что Кришне все принадлежит, он является владельцем всего. Then secondly, everything is for Krishna's pleasure. Второе, все предназначено для его удовольствия. And the third thing is that Krishna is our best friend. И третье, то, что Кришна наш лучший друг. So a devotee will keep this consciousness in everything that he does. И преданный должен развивать такое сознание и все видеть в соответствии с этим. A devotee does not hate. He does not mind to do anything, any even difficult task. The devotee will accept it for the pleasure of Krishna. И даже когда преданному приходится сталкиваться с какой-то трудной задачей, с трудновыполнимой ситуацией, он берется за нее и делает для удовольствия Кришны. We see Prabhupada's mode of surrender, going to the Western countries to preach Krishna consciousness. Можно это видеть на примере настроения Шрилы Прабхупады, когда он ехал выполнять непосильную задачу в западные страны. Nobody else wanted to go. Никто, кроме него, не захотел ехать. Other people just wanted to stay in Vrindavan or at least in India. Все остальные хотели оставаться во Вриндаване или, по крайней мере, в Индии. So a devotee like this will accept even things, activities, he will do things which other people don't want to do, but a devotee will do whatever is required for Krishna's service. И преданные, подобные Шриле Прабхупаде, действуют, берясь даже за деятельность, которую никто не хочет делать, но преданный берется за нее только ибо знает, что она может доставить удовольствие Кришне. We will make distinction. Oh, I like to do this, I don't like to do that. One thing is good, another thing is not good. Мы можем иногда проводить разграничения, говоря, вот это я буду выполнять, вот это мне нравится, вот это не нравится. But in Krishna consciousness, we just simply think, what pleases Krishna? What does Krishna want? Но настоящее сознание Кришны означает делать то, что приносит удовольствие Кришне, то, что Кришна хочет сейчас. Of course, this is surrender. Конечно, это требует предания. In order to work for the pleasure of Krishna, we have to surrender the result of our work. А чтобы выполнять работу, которая принесет удовольствие Кришне, мы должны предаться ему. Мы должны предаться. This is a great challenge. It's very difficult for us to surrender the result. То есть это непростая задача, это достаточно высокий уровень, так полностью отдать все результаты. We're all attached to enjoying the result of the work. Потому что мы еще привязаны к тому результату, который мы получим от какой-то работы. We expect, we have been conditioned to this nature, to try to want to enjoy the result of work. Еще сохраняется обусловленность, при которой желание как-то получить результаты или получить какое-то удовольствие от этого результата, оно остается. И поэтому мы ожидаем эти результаты. In the material world, everyone works for their own enjoyment. Потому что в материальном мире каждый как раз и трудится, чтобы наслаждаться. But the result of enjoying your own work is that you have to take another material body. Но результат нашей работы, который мы используем для наслаждения, является причиной получения нового тела. The more we enjoy the result of the work, the more we become entangled in the material world. Чем больше мы используем результаты работы для наслаждения, тем больше мы запутываемся в материальной энергии. We have to take birth again in another body. И снова получаем рождение в новом теле. So, one who understands this knowledge of Krishna consciousness will want to dedicate the result of the work to Krishna. И тот, кто глубоко понял знание, это духовное знание, он будет хотеть посвящать результаты своего труда Кришне. Does not want to keep any attachment to this material world. Чтобы не сохранялась привязанность к этому материальному миру. When we give everything to Krishna, then Krishna will take us back to his abode.
А если мы полностью все отдали Кришне, Кришна заберет нас в свою обитель. So we can understand this is a gradual process. Но мы должны понять, что этот процесс постепенный. That we're not going to be able to do this right away, not immediately. Немедленно мы не сможем сделать это правильно. Not for long. Но и недолго это должно быть. Maybe sometimes you get somebody comes, a new devotee, and they're very renounced, they're very detached, they give everything. Бывает так, что новенький бредный приходит, и вот через какое-то время он уже весь отреченный, так от всего отказывается, все так легко у него получается. They may come, they say, I have a lot of money, I'm going to give all my money to the temple, I just want to be a devotee. А человек говорит, вот у меня тут есть изрядная сумма денег, я вот ее хочу пожертвовать в храм, и я хочу быть преданным. Then after a year or so they say, hey, I want my money back, you know, I don't want to stay in the temple so much, I just want to be Krishna conscious on my own, so give me my money back. А через год он говорит, не могли бы вы мне все эти деньги вернуть обратно? Что-то я уже передумал в храме жить. Пожалуй, я буду практиковать свое сознание Кришны дома. Поэтому, пожалуйста, ко мне обратно. So we're more careful with people when they come to Krishna consciousness. We tell them, okay, come gradually. Поэтому мы должны заранее говорить людям, что не отрекайтесь вот так внезапно. Идите постепенно по этому пути. Because it often happens that people come, they give everything, and then after some time, then they want it back. Потому что очень часто так бывает, человек пришел, все отдал, потом через некоторое время думает, наверное, что-то я поторопился. Верните мне назад. So we tell people, be careful, take your time, come slowly, come in here, come and learn the philosophy. Поэтому лучше аккуратно с такими новыми людьми говорить, хорошо. Приходи, пока послушай философию. Постепенно, если захочешь что-то отдать, хорошо. А если хочешь что-то пожертвовать, хорошо жертвуй, но не отдавай все, прибереги пока что-то. Of course, if you've got cancer and you're going to die very soon, then it's a different thing. Понятно, если у вас рак, и вы там умрете скоро, то можете все отдать. You know, some old person, like there was one old couple in Calcutta. There was one man and his wife. They were Bengali couple. They had no children, and the man had been a doctor, a surgeon in America. Как вот, например, если, допустим, люди пожилые, то, конечно, они могут все отдать. Мне на ум сразу приходит одна пара пожилая из Калькутты. Они идут, живут в Калькутте, у них нет детей. И вот этот вот человек, он работал или работает хирургом в Америке. Работал. So this man's wife, she had been a devotee of Radha and Krishna her whole life, and she had her own deities, small deities, Radha Krishna. И жена этого мужчины, она была преданной Радхе Кришне все время. Всю жизнь. И у нее есть маленькие божества Радхи Кришны. So the man retired, they moved back to India, and they were going to temple, to Mayapur, and to Calcutta temple, they met devotees. И муж, когда вышел на пенсию, его контракт закончился, он вернулся в Индию, и они, значит, стали посещать регулярно храм в Майпуре. And they had no children, no family. И у них нет ни родственников, ни детей. And they had a lot of money. И у них куча денег. So they thought, we want to give this money for the service of your deity, Radha Madhava in Mayapur. И поэтому они сказали, мы хотим все эти деньги отдать на служение этим прекрасным божествам Майпури, Радхи Мадхава. And they had also property in Calcutta, and they also gave some property. И у них была какая-то недвижимость в Калькутте, они также ее пожертвовали. So like that, they were able to renounce. And of course, we as devotees, we also, our temple also take care of them. They always have some place to stay. We arrange also that they have a nice place to stay. Wherever they go, Calcutta or Mayapur, we take care of them. The devotees will take care of this couple. И преданные, естественно, в благодарности они стали заботиться об этой семейной паре, то есть помогать им, что нужно, организовывать их приезд, майпур и так далее. То есть ответная благодарность. And this way they're happy, they understand they have done something good with their money.
И они счастливы, и они глубоко понимают, что они нашли лучшее применение своим деньгам. The money is kept in the bank and the interest is used for the service of the deity in Maya. И эти деньги хранятся в банке, и они служат для служения Радхиматтхи. So like that they've renounced, they've detached themselves from all their wealth. Конечно, если вы уже вот так вот отречены, то можно все отдать Кришне. And the lady's deities, her own little deities, she has put in the Kaukara temple and they're worshipped in the Kaukara temple. И божеств своих, Радху Кришну, они отдали в храм в Калькутте, и теперь за этими божествами ухаживают в калькутском храме. This is nice renunciation. Вот это вот хорошее отречение. They're a nice example. Ну, хороший пример. So renunciation is something which is not done so early in life. Но отречение все же это не такая вещь, которую можно очень рано. Just like sannyas, becoming a sannyas, it is not for young men. То есть вот как принятие саньясы, это не для молодых людей. It is for people older in life who are finished with material life. Это для людей, которые уже подошли к преклонному возрасту и оставили все свои материальные обязанности. But sannyasi also is expected to work. Но саньяси тоже должны трудиться. We do not retire from spiritual work. We retire from material work. Мы ведь отрекаемся не от духовного мира, а от материального. There is no retirement from chanting Hare Krishna. Нет отречения от повторения святых имен. The more older, the more you get older you get in age, the more you should chant. Наоборот, чем человек более становится преклонным в преклонном возрасте, тем больше он должен уделять времени воспеванию. The more we should serve Krishna. Тем больше должен уделять времени служению Кришне. This is renunciation. Вот это истинное отречение. Any question? Может быть вопросы? В Шримад-Бхагаватам 1.8 говорится, что в результате преданного служения Верховной Личности Бога Шри Кришны, человек тотчас же обретает беспричинное знание и управляется привязанностью мира. К этому книгу. Скажите, это относится к чистому преданному служению или же начальные стадии служения тоже имеют такой эффект? Your Holiness explained this in Srimad Bhagavatam 1.2.7 said that owing to transcendental loving service a person immediately obtained full spiritual knowledge and also he became free from material attachments, open to the meditation. It said about pure devotional service also on the first stages of devotional service also. Must be pure devotional service. Это должно быть чистым преданным служением. To achieve full spiritual knowledge. Это должно быть чистое преданное служение. In nectar of devotion, the process of devotional service is described that in the beginning it will bring immediate relief from distress and the beginning of auspiciousness. А в нектаре преданности объясняется, что на первых стадиях преданного служения человек освобождается от страданий и к нему приходит некоторое счастье. Then, as we go on with devotional service, then we experience devotional service on the higher stage. We feel that liberation becomes insignificant. А на более высоких стадиях преданного служения, если мы продолжаем заниматься служением и достигаем этих стадий, говорится, что приходит такое ощущение, при котором освобождение является незначительным. On the topmost stage, Prema Bhakti, then the effect is that we will be able to attract Krishna. It's the only means to attract Krishna. А на самой высочайшей стадии преданного служения, обретая Према Бхакти, человек испытывает 100% привязанность к Кришне. Все, что его интересует, это Кришна. And it's rarely achieved. Но это очень трудно достичь.
саньяси там по зову возрасте. Но саньяси это очень образованный человек, потому что чистота, она не приходит так просто. То есть на определенной стадии возраста надо больше выделять внимание воспеванию, изучению священных писаний. Вот таким образом надо поступать. Или просто продолжать физически работать, когда уже не очень мощно работает. In old age, we should accept sannyasa, but sannyasa means developing knowledge. Should I keep more time? Should I use more time for chanting and reading, or simply continue to work? Sannyasa means renouncing the fruit of work. Sannyasa означает отказ от результатов труда. And if you work within devotional service, then just by your work in devotional service, Krishna will give you all the knowledge. Поэтому вы можете продолжать трудиться физически, но посвящая все это Кришне, трудиться с преданностью Кришне, и Кришна откроет вам все знание. I was explaining yesterday about the temple commander in Vrindavan. Помните, я рассказывал вчера о президенте храма во Вриндаване. He wanted to stop work and just study. Он хотел просто все свои обязанности снять с себя и посвятить себя изучению книг. But Prabhupada told him there's no difference between doing service, active service, working and studying. И Прабхупада сказал ему, нет никакой разницы между активным служением и просто изучением знаний. And if you do active service, you will get more realization. Более того, да, если вы заняты активным служением, вы можете получить больше понимания, больше каких-то откровений для себя в процессе этого служения. We have our daily Krishna conscious program. Every morning and every evening you can hear and chant. У нас и так уже есть ежедневная духовная программа. Каждое утро и вечер мы можем слушать и повторять. In the daytime, work for Krishna. А в течение дня трудиться для Кришны. So long as your body maintained is healthy and strong, use your body for service to Krishna. До тех пор, пока тело остается сильным и здоровым, используйте это тело в служении Кришне. There was one devotee in Vrindavan, an Indian man. He was a proper disciple, and for many many years he cooked every offering in the deity kitchen. Во Вриндаване был один ученик Прабхупады, он индус, и он готовил много-много лет на кухне. Prabhupada told him, you just need to cook. As you cook, you can chant. И Прабхупада сказал ему, ты просто готовь, и пока ты готовишь, воспевай. И пока ты готовишь, воспевай. He was cooking every offering, every day. И он готовил все предложения в течение дня. Ну, то есть он готовил в течение всего дня, чтобы там предлагать несколько раз божествам. And he did it for many years. И он делал это в течение многих лет. And that meant cooking milk sweets and making so many different preparations. И он готовил и обычное блюдо, и кучу сладостей, делал кучу различных приготовлений. And of course, they have three altars, so three plates for the deities. Сами понимаете, там три алтаря и несколько раз предлагается все это для божеств. So it was a very big service. То есть он делал огромное служение. So he did that so long as he could stand on his two legs, he kept doing that service. И до тех пор, пока его ноги позволяли, пока он мог стоять на ногах, он совершал это служение. But gradually. He was not able to do it. He could not stand anymore. Но с течением времени у него уже ноги так стали болеть, что он не мог все время на ногах стоять. So he took another service. И он взялся за другое служение. He took the service to give charanamrita every day. И он стал раздавать преданным чаранамриту каждый день. And people, everybody who came, he would put charanamrita, three drops in their hand. И все люди, которые приходили каждый день, он им наливал три капельки чаранамриты в руку. And with great devotion, he would pour water, wash that hand. И с огромной преданностью он потом омывал им руки и протирал их полотенцем. And he sat there every day, giving charanamrita. И он делал это каждый день, раздавая так чаранамриту. But eventually, his body got so old and invalid, he could no longer even come to the temple. И в этом служении, ну, с течением времени годы идут, его тело еще сильнее состарилось, и он уже даже не мог ходить в храм. But up until
almost as long as he could walk, he came to the temple. He sat there in the temple here in Charanamrita. Но до тех пор, пока его тело позволяло ему, он приходил в храм и раздавал чаранамриту. So he has left this world. No? Он уже оставил тело. But his samadhi is there in Vrindavan at the Goshala. Его самадхи находится во Вриндаване возле Гошалы. Его имя Вибучитани Прабху. He's very loved and great, highly respected devotee. Он очень уважаемый и любимый всеми, кто во Вриндаване часто преданы был. С китайского. Это переводчик Google онлайн переводил. Хорошо, вы переводчики Google на онлайне переводили с китайского на какой? Харе Кришна. С русского на китайский. С русского на китайский. Да. И потом слушали. Да. И оно звучит не так, как что? Совсем не так. Как что? Звучит не Харе Кришна, по-другому. То есть оно по-китайски звучит не как Харе Кришна? Да. This guy asked, "Dear Maharaj, please tell me some explain some problem which I faced. I in Google online try to translate from Russian on Chinese Hare Krishna Mahamantra, and when I translate this by Google, the hearing, the sound is not the same as on Russian. Try to explain this." Well. In different languages there will be different pronunciations. В разных языках есть разные произношения. It's not so important. Это не так важно. So long as you understand you're calling Krishna, some people will say Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. You know, it's a little different. In Chinese they say Hare. They cannot say Hare, they say Hale. То есть, понимаете, что в разных языках есть разные способы произношения, и разные люди произносят по-разному, кто-то одним образом, кто-то другим, кто-то третьим. В китайском языке вообще буквы разные. So, it's not such an important point, so long as you understand Krishna. Who is Krishna? Who you're calling? Это не так важно, насколько вы там фонетически точно произносите, если вы понимаете, кого вы зовете и кто такой Кришна. The qualification is devotion. Главной квалификацией является преданность. It's not important how you pronounce the name so much. Не так важно, как вы фонетически там произносите. So long as you understand Krishna to be personality with the peacock feather in his hair, playing the flute, with lotus eyes. This is Krishna. Если вы воспринимаете Кришну как верховную личность Бога, украшенную павлиньим пером, у которого лотосподобные глаза, стопы и руки, то все нормально, это Кришна. Сентября, то есть 5 числа вечером это будет последняя программа его. 6 рано утром он улетает. Поэтому Радашнами это последняя встреча с Гуру Махараджем в этом году. Вот. Ну, чтобы все знали. А программа пока будет также проходить утром и вечером.